Здорово всем, ребят, с вами Хилхёртс, и сегодня у нас уже 7-я часть с приглашениями. Кстати, всех с праздником 14 февраля. Альянс странствующих торговцев. Мы пассивны ко всем организациям, группировкам, шайкам и гильдиям и прочим подобным структурам. Мы просто энное количество вольных торговцев, которое собралось в Альянс ради торговли. И мы хотим, чтобы больше людей узнало о нас. У нас уже есть торговые представители из многих городов. Еще есть собственный торговый дом «Серые сосны», предоставленный городом Фолкрид. Первая арена во всем Скайриме. Хочешь подраться или проявить себя? Заходи на арену Маркарта. От тебя требуется лишь адекватность и небольшой залог. От нас победитель получит отменные награды. Ищу партнеров для поставки снаряжения в лавку «Бережливый оруженосец». Находится эта лавка в Вайтране, на улице рядом с таверной «Горцующая кобыла». Приглашаю всех в таверну «Горцующая кобыла». Мы – драконий культ. Мы нашли летопись Фильдира Старого, которая полностью была на драконьем, но часть нам удалось перевести. И сказано там было: «Да вернется Алдуин Великий, поработитель мира, и будет, и наступит конец всему живому. Только мы сможем выжить после возвращения драконов. Всем, кому дорога жизнь, просьба вступить. Мы часто тусуемся в Донстаре, а наше убежище под ним Фростмир. Ждем вас». И еще у нас тут просят, чтобы сделали клан Редгардов. И еще просили передать привет для мага, вроде как управителя Рорикстеда. Северный фронт. Они у нас уже были. Мечтаешь стать богатым, иметь кучу скумы или стать заказным убийцей, организовывать караваны? Тогда приглашаю всех в нашу гильдию. И у нас снова вампиры, которые теперь называются Орден Алого Тумана. Но для вступления вам потребуется черлист и квента, потому что у ребят появилась иерархия, и они собираются делать лор, поэтому такие серьезные требования к персонажам. Может быть, кто-то может создать племя изгоев? Потому что кое-кому было бы интересно посмотреть на игру в горах. Друзья, приглашаю в порт Солитьюда. Мы не зависим от империи или иных сил, просто готовы на взаимовыгодное сотрудничество и предложение интересной работы. Торговцев из других организаций приветствуем. Трактирщик Торгнир ждет вас в новой таверне 4 щита, что в драконьем пределе. С меня отличная выпивка и РП, а с вас истории и звонкие монеты. Хочешь погрузить Скайрим в хаос, убивать? Почитаешь тьму? Тогда тебе сюда. Ребята, хочу начать играть, хотелось бы заступить на службу в Маркар. Как там относятся к темным эльфам? Привет, путник, приглашаем вас в наши ряды бандитов Черная Кровь. Если ты хочешь хорошо быть залутанным, иметь приятное РП и союзников, тогда тебе к нам. Черный Легион. Это элитное подразделение воинов, основавшееся в Скайриме и поддерживающее союзнические отношения с Империей. В Черный Легион берут самых мужественных воинов, которые не боятся боли и не выдадут секреты Легиона, несмотря ни на что. Черный Легион уважает Империю и в редких случаях выходит в качестве наемнического сотрудничества и берет различные заказы, в частности на убийства, в том числе и скрытные. Если вдруг кто-то хотел, то у нас наконец появилась информация про школу Флекса. Ну а на этом пока что все. Надеюсь, что каждый найдет что-нибудь для себя. Если кого-то упустил, то пишите в комменты, будете в следующем ролике. С вами был Хилхёртс, всего хорошего и удачи!